Вот я просто думаю, как бы зима, ну, главные праздники впереди, Рождество, Новый год. На самом деле, вот зачем ждать повода вот такого календарного, чтобы устроить праздник? Ведь праздник — это что? Это правда же состояние души. Более того, я, например, лично люблю больше само ожидание праздника. Вот я люблю, когда я с утра просыпаюсь, готовлю, там, до этого еще пишу меню, знаю, чем я буду угощать своих друзей. И для меня это вот это, сами хлопоты по себе, это уже праздник. Поэтому, мне кажется, особенно как-то зимой, это все очень уютно и приятно происходит. И я вот не собираюсь, честно вам скажу, ждать именно Нового года. Более того, иногда так бывает, на Новый год окажешься в какой-нибудь, например, теплой стране, вдали от дома. А для меня Новый год, прежде всего, это, конечно, елка дома, это, конечно, какие-то такие, ну, традиционные вещи, салат оливье, если хотите. И не всегда, не каждый год это случается. И работы бывают, и какие-то просто вдруг желания уехать куда-нибудь. Поэтому я Нового года ждать не буду, собираюсь устраивать себе праздники в любые другие календарные дни.